На 9-й день после Светлой Пасхи христиане отмечают Радоницу, вспоминая усопших. А вот накануне, еще до Красной Горки, в храме Преображения Господня прошло праздничное архиерейское богослужение. Пасхальную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Перед началом церковной службы его приветствовали члены общественной палаты городского округа Люберцы, первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Шлопак, а также воспитанники воскресной школы Преображенского храма. Воскресе. 13 апреля в Московской области было образовано 5 новых епархий Русской Православной Церкви. Их объединили в Московскую митрополию. Главой Подольской епархии, куда вошел городской округ Люберцы, стал архиепископ Аксий. На Люберецкой земле высокопреосвященнейший владыка провел богослужение впервые. Иисус!